Уважаемые дамы и господа, разрешите 24-ю международную строительную выставку «Город» считать открытой! Шесть стран и 15 городов России, более 200 участников и порядка 9 тысяч посетителей. Традиционная международная выставка «Город» уже в 24-й раз собирает на своей площадке специалистов, которые готовы представить инновационные достижения строительной и смежных с ней отраслей. Это еще и возможность, и самая, наверное, главная цель и задача – это возможность встретиться, увидеться, поговорить о проблемах отраслевых, которые сегодня присутствуют на территории края, они есть, надо признать это. Выставка «Город» – идеальная возможность привлечь новейшие материалы и современные технологии строительства в регион, а также представить широкому кругу специалистов отрасли продукцию российских и зарубежных производителей и ускорить процесс их внедрения на строительный рынок Дальнего Востока. Для города Владивостока строительная отрасль является ведущей в стратегии развития города Владивостока до 2030 года. Мы рассматриваем эту отрасль как одну из приоритетных. Конечно, с нетерпением ожидаем от участников выставки и предложений по новым строительным материалам, и по технологиям, и по технике. Пожалуй, главный тренд выставки «Город-2017» – использование экологичных материалов при строительстве. В зале терминала «Экспо» представлен полный комплекс услуг. Все от подбора участка, геологических работ, проектирования и строительства до финальной отделки. Мероприятие актуально не только для специалистов, но и для многих жителей Приморья, которые могут заказать на выставке проект, выбрать необходимые стройматериалы, получить консультацию по вопросам выдачи кредита или ипотеки и выбрать застройщика. А компания «Ренессанс Актив» даже предлагает возможность забронировать понравившуюся квартиру в жилом комплексе «Академический» прямо на выставке и получить ответы на любые интересующие покупателя вопросы. Жилой комплекс представляет собой комплекс из двух жилых домов, 25 жилых этажей и многоуровневая парковка на 250 машиномест, что, естественно, создаст очень комфортную среду для удобного проживания. Наша компания себя зарекомендовала достаточно хорошо на рынке. Это уже не первый жилой комплекс. Мы имеем два введенных жилых комплекса, два комплекса заселены полностью. Каждый из этапов возведения жилого комплекса «Академический» доступен будущим жильцам на сайте проекта, фото и видеоотчетах. Срок сдачи домов в эксплуатацию – третий квартал 2018 года. Предусмотрены и программы лояльности для покупателей, и специальное предложение, с которыми в том числе можно ознакомиться и на выставке «Город-2017» в павильоне компании «Ренессанс Актив» вплоть до 28 апреля. 2017 год рекордный по числу как иностранных, так и региональных компаний-участников выставки. Особый интерес к дальневосточному региону объясняется тем, что сегодня здесь реализуются законы о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток и дальневосточном гектаре. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на 8.